Вот. Про француза еще про одного. Встретил еще одного француза, он тоже там где-то, наверное, месяца два путешествует. И он там тоже откуда-то вот снизу Франции идет. Он говорил только по-французски. Я говорил, соответственно, только по-русски. Но я бы мог с ним говорить по-английски, но он не знал английского. И в итоге у нас получилось интересное общение. Мы с ним встретились вечером, когда искали место под ночлег. Я ему говорю, ты знаешь английский? Он говорит, нет. А я говорю, ты знаешь русский? Он говорит, нет. Ну и дальше у нас был хороший такой разговор. Он шел, эмоционально говорил по-английски, что-то махал, размахивал руками. По-французски. По-французски, да. На меня там смотрел, там улыбался, там где-то паузы какие-то выдерживал. Когда он паузу делал, я домысливал, что бы он мог сказать по-французски. И я начинал ему говорить по-русски. Говорит, ну да, классно, да, здорово, тут такая природа мне очень нравится, да. Тут так все обустроено. А какие горы здесь красивые. Да, да, классно, мне нравится. Я делал паузу и начинал что-то говорить по-французски. И так вы целый день шли и общались. И в общем, получалось, да, я рассказывал про красоты мира, о чем он говорил, ну... Наверное, он тоже говорил про красоты мира. В общем, мы обменивались с ним информацией. То есть на пути Сантьяго люди так тоскуют по общению, как что готовы общаться. Прекрасен этот мир, да, и как на любых языках. Природа, да.